Джудит Вёрст. Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день. Вчера я уснул с жвачкой во рту, и теперь у меня все волосы в жвачке. А еще утром, когда я вставал с кровати, я споткнулся о скейтборд, а потом, чисто случайно, я утопил в раковине свой свитер. В общем, все ясно. Меня ждет ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день. Во время завтрака Энтони нашел у себя в коробке с хлопьями сборную модель машинки Corvette Stingray. А Ник нашел у себя в коробке с хлопьями кольцо с кодом юного секретного агента. А я нашел у себя в коробке с хлопьями только хлопья. Все, переезжаю в Австралию. В машине миссис Гибсон разрешила Бекки сесть впереди, у окна. Одри и Эллиот сели у окон сзади. Я сказал, что меня сейчас раздавят. Я сказал, что меня сейчас расплющат в лепешку. Я сказал, что если я не сяду у окна, меня будет тошнить. Ноль внимания. Да, все ясно. Меня ждет ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день. В школе миссис Диккенс больше понравился корабль, который нарисовал Пол, а не мой невидимый замок. На уроке пения она сказала, что я слишком громко пою. Когда мы повторяли порядковый счет, она сказала, что я пропустил 16. Подумаешь, 16! Кому она вообще нужна? Ну да, теперь точно ясно. Меня ждет ужасный. Кошмарный, нехороший, очень плохой день. Теперь точно ясно, потому что Пол сказал, что мы больше не лучшие друзья. Он сказал, что теперь Филипп Паркер его лучший друг. А потом Альберт Майо будет его лучшим другом. А уж после него третьим по счету буду я. «Надеюсь, ты сядешь на кнопку», — сказал я Полу. А когда ты будешь есть двойное клубничное мороженое в вафельном рожке, надеюсь, мороженое свалится с рожка и шлепнется в Австралии. У Филиппа Паркера в ланчбоксе оказалось два пирожных, а у Альберта был батончик Херши с миндалем. А Полу мама положила кусочек рулета с вареньем, обсыпанный сверху кокосовыми стружечками. Угадайте, чья мама забыла положить сыну десерт? Это просто ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день. Да, именно такой. Потому что после школы моя мама отвезла нас всех к зубному врачу. И доктор Филдс обнаружил кариес. Именно у меня. «Придешь на следующей неделе, будем лечить», — сказал доктор Филдс. «На следующей неделе, — сказал я уеду в Австралию». Когда мы спускались вниз, дверь лифта зажала мне ногу. А еще пока мы ждали, когда мама найдет машину, Энтони уронил меня в самую грязь. И потом, когда я заплакал, потому что упал в самую грязь, Ник сказал, что я нытик. И пока я колотил Ника за нытика, подъехала мама и отругала меня за то, что я весь в грязи и распускаю руки. «У меня сегодня ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день», — говорил я всем. «Ноль внимания». Вот так. А потом мы поехали в обувной магазин за кедами. Энтони выбрал себе белые кеды с синими полосками. А Ник выбрал себе красные кеды с белыми полосками. Я выбрал себе голубые кеды с красными полосками. Но продавец сказал, что такие кеды уже распроданы. Тогда мне купили олдовые белые кеды. Меня заставили их купить, но меня не заставят их носить. Никогда. Когда мы заехали за папой в офис, он сказал, чтобы я не играл с копировальным аппаратом, но я про это забыл. Он еще сказал, чтобы я был осторожен с книгами у него на столе. Я был сама осторожность, вот только мой локоть меня подвел. Папа еще сказал, чтобы я не баловался с его телефоном, но я, кажется, позвонил с него в Австралию. Папа сказал, что не нужно больше заезжать за ним в офис. Никогда.
Ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день. На обед была лимская фасоль. Я терпеть не могу лимскую фасоль. По телеку целовались. Терпеть не могу, когда целуются. Вода в ванне налилась слишком горячая. Мне в глаза попало мыло. Мой мраморный шарик провалился в водосточную трубу. А еще мне пришлось надеть пижаму с паровозиком. Терпеть не могу пижаму с паровозиком. Когда я ложился спать, Ник забрал у меня подушку, которую сначала выдал мне. Еще ночник Микки Маус перегорел, и я прикусил язык. Наша кошка пришла спать к Энтони, а не ко мне. Сегодня у меня просто ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день. Моя мама говорит, что в жизни бывают и такие дни, даже в Австралии.